Доброе время суток, либо дамы и херен. Сегодня я вам проведу небольшой обзор вот этой электроколотилки для комаров и прочей живности от АТБ. Вот такая вот фигня вешается куда-нибудь под навесик, ну и в течение ночи уничтожает различную летающую живность. Проработала она у меня с вечера. Вчера я ее почистил, и вот то, что сейчас мы здесь видим, это уже свежий улов. Вот, как мы видим, насекомых здесь довольно много, но комаров из них может быть процентов 30-40 только. Все остальное бабочки и прочий гнус. Ну, что стоит сказать. Вот эта штука для меня стоила 120 гривен в магазине АТБ. Посмотрев различные предложения на Алиэкспресс, дешевле практически ничего нет. То есть в АТБ вот эта штука, наверное, самая недорогая, что можно купить сейчас на украинском рынке. Штука реально работает. В принципе, даже 20 комаров за ночь, если она выловит, это уже достижение, и мешать они так не будут. Сейчас я ее выключу из розетки. В нижней части есть специальная коробочка, которую можно открыть. Некоторые были только контуженные и сейчас уже пытаются разлететься. Так, и посмотрим, что у нас внутри этой коробочки. Так. Опа. Опача. Тут еще куча контуженных бабочек. Различных вредителей, может быть, даже сельского хозяйства. Моль. Ну, то есть, можно наколедовать тут еще добрый десяток различных мотелокив, которые были только контужены. Это вроде ничего так. Вот. И я не знаю, что из них вредители, что не вредители, поэтому уже колбасим всех. Ну, сейчас попробую почистить ее еще разок и запустим на следующую ночь. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Пока!